Приветствую вас. В основе описываемых вами переживаний, описываемых вами явлений, находится принятие на свой счет, по сути, того, что делает, к примеру, супруг или супруга. Ну, в данном случае, вот, я так полагаю, что речь идет все-таки о бывшем супруге, я так полагаю. То есть, да, вы действительно могли отпустить, вы действительно могли забыть уже, действительно могло это уже не беспокоить и не волновать, но когда вы узнаете, что человек в отношениях, что он влюблен, ну, это вот причиняет боль как раз таки в том случае, если вы воспринимаете на свой счет те вещи, которые происходят с, ну, супругом. То есть, если вы, вот, условно говоря, да, там, на свой счет восприняли то, что супруг, например, там, от вас, грубо говоря, ушел, да? То есть, если вы вроде бы отпустили и забыли, но при этом все равно немножко, немного вот на свой счет восприняли вот эту вот историю, что человек ушел от вас. Вот. Значит, нужно, конечно, в этом ключе рассмотреть, что именно и почему вами воспринялось на свой счет, вот, по какой причине вы восприняли действия супруга на свой счет, вот. И нужно поисследовать и подкорректировать ваши представления о себе. Потому что они у вас явно неустойчивые. Да, мои коллеги, точнее, вот, например, Ковальчук Александр, прав в том, что он говорит о зависимости в контексте ваших отношений, в контексте данных отношений. То есть это воспринимается коллегой вот как зависимость. Вот. Я не думаю, честно говоря, что мой коллега не прав здесь. Я думаю, что скорее всего некоторый элемент зависимости есть, потому что если, ну, если бы его не было, то вы бы вероятно вступили бы уже в другие отношения, вот, задолго до того, как вот ваш, к примеру, супруг сам влюбился или хотя бы начали бы строить отношения с кем-нибудь. Вот, поскольку ничего этого, соответственно, не произошло, то можно говорить о том, что вы вот как-то скованно себя чувствуете в этом направлении. Вот.
Клин клином вышибать, вот имеется в виду устраивать отношения, чтобы как-то самооценку скорректировать. Клин клином вышибать ни в коем случае не рекомендуется, потому что, ну, ничего в этом хорошего, конструктивного, полезного для вас, в частности, вот, нет и быть не может, вот. А человек, которого вы выберете для такого рода отношений, будет всего лишь средством, будет вами использоваться, вот, и будет только восприниматься на фоне, именно вот на фоне, ну, допустим, того же супруга, с которым ваши отношения не сложились, к примеру. Вот, то есть мне кажется, что именно таким может быть вам ответ дан с точки зрения профессиональной психотерапии, то есть вы, ну, действительно отношения не завершили, то есть вы говорите, что расходятся, опускают, это бывает, но на самом деле такого опускания и забывания, вот, очевидно, что с вашей стороны не произошло, к сожалению. Вот. И это нормально, далеко не всегда получается это сделать, далеко не всегда. Получается отпустить отношения, которые длились там не один год и не два года. Вот. Здесь, опять же, ваша потребностная сфера является, на мой взгляд, не скорректированной. Вот. Но это уже вопрос более детальной проработки. Я бы это так сказал. Я бы такой ответ вам дал бы. Вот. На этом, пожалуй, можно закончить мой ответ, исходя из той информации, которую вы предоставили. Я думаю, что этого достаточно. Пока что. Вот. Соответственно, нужен анализ ваших отношений с мужем. Вот. Нужна причина расставания. Вот. И, соответственно, нужна ваша реакция и ваши отношения к этому, ну, для сведений, так скажем, это очень важный элемент. Вот так, я думаю, можно ответить пока что. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.